пока еще не все премьеры представлены, и мы можем остановиться на такой интересной машине. Это удлиненный на 75 сантиметров Гелендваген за счет дверей и задней стойки. Внутри использованы элементы автомобиля Maybach Mercedes класса, да, и снаружи это фаб-дизайн обвес. То есть это такой интересный незаводской пример тюнинга Гелендвагена. Тиковое покрытие в багажнике, и в то же время машина остается достаточно такой консервативной и не бросается в глаза, что она очень сильно удлинена.